Всем привет, с вами снова Виктор Балец. Сегодня очень важная тема о прошлом, о нашей прошлой любви, о нашей первой влюбленности, когда молодые люди знакомятся и влюбляются друг в друга. И вот что интересно, один мудрый человек сказал, что ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты любил в прошлом или ты любила в прошлом. И действительно, наши первые такие любовные впечатления у большинства людей привели к тому, или первые любовные отношения привели к тому, что в конечном итоге эти люди потом расстались в ряду в связи с различными причинами, и ничего из этого не сложилось, как правило, да, у большинства людей. Но есть, конечно, люди, которые с детства дружили, там, с детского садика, потом в школе дружили, потом учились вместе и поженились, вышли замуж. Но это, как правило, больше исключение, чем правило. В большинстве случаев мы с кем-то знакомились, дружили, и потом в конечном итоге пути наши расходились, и мы расставались, и потом находили кого-то другого уже, кого мы полюбили, вышли замуж, женились, или же наоборот, что-то где-то произошло, и потом брак распался, например. Вот таким образом, такие разные категории бывают отношений. Ну вот что по этому поводу можно сказать? Если мы начинаем вспоминать это все в детстве, как это было лет 30-40 тому назад, или 50-60, интересно, что время, казалось бы, эти года, их так много прошло, кажется, как будто это все было вчера. Ну вот хорошо об этом вспоминать, или нехорошо. Ну вот если мы вспоминаем об этом с юмором, с чувством, ну спокойно к этому относимся, да, рассказываем это, может быть, своим детям, там, своей бывшей, будущей или настоящей супруге. Вот так было, первая любовь у меня была, вот такой-то парень, такая-то девочка. Если мы это все спокойно так рассказываем, без всяких эмоций, то это нормально. То есть это как бы прошло все, эти люди, как правило, их уже давным-давно нету в нашей жизни, и они становятся чужими, даже очень чужими. Если это, например, была какая-то еще трагедия, где-то что-то распалось, наши отношения были испорчены, может быть, какое-то предательство или еще что-то, конечно, такие люди становятся очень чужими, и у некоторых людей даже эта боль остается потом до конца их жизни. Но стоит ли возвращаться к прошлому? Я думаю, что все-таки оно не стоит того, потому что прошлое — это то, что уже не существует вообще в природе. Его уже просто нет, оно уже тот человек, который был там в прошлом, о котором ты вспоминаешь 20, 30, 40 лет спустя, наверняка это совсем другой человек, абсолютно это не тот человек, который был там 20, 30, 40 лет тому назад. Поэтому это делать, ну, не стоит. То, что было, было, нужно как взять это как опыт на вооружение себе, чтобы в будущем уже отношения с людьми были хорошие, если там была какая-то трагедия или еще что-то не очень-то хорошее, не очень-то приятное, что вспоминать. Поэтому лучше об этом даже и не вспоминать. Если человек не может отпустить прошлое, то значит, что оно еще у него не прошло. Есть огромное количество людей, которые живут в прошлом. Вот они постоянно вспоминают, тогда было так, тогда было то, тогда было все, так, там были такие-то продукты, там были такие-то вещи, там были отношения между людьми такими-то, там были фильмы такие-то, сейчас все плохо и так далее и тому подобное. Конечно, это ничего хорошего в жизни не дает, потому что человек застрял в прошлом и никак не может вернуться в настоящее. Мы не говорим сейчас про будущее, что любой оптимист, например, или человек, который верит вообще в развитие всего человечества, всех процессов, которые происходят на Земле, что все, что не делается, все к лучшему. Человек застрял в прошлом, и у него все даже настоящее плохое. Я не говорю про будущее. Так что, если прошлое вас не отпускает, то оно еще у вас просто-напросто не прошло. А ведь прошлое, оно все равно остается прошлым, со своими ошибками, задумками, проступками. И за прошлое уже даже и не судят. То есть, есть некоторые преступления, да, которые человек совершал, там, может быть, 30, 40, 50 лет тому назад. Тогда даже его, может быть, уже время прошло, даже его не будут судить. Но я не говорю про преступления против человечества, там, наверное, нету срока годности. Або если какая-то мелочь где-то, например, кто-то когда-то совершил какое-то небольшое преступление, скажем, 30-40 лет тому назад, потом она раскрылась, и некоторые суды, они даже говорят, окей, время прошло,
все забыто. То есть есть такие вещи, которые списываются. Или, например, ну да, так оно и есть. Ну вот почему думать постоянно и жить в прошлом – это плохо? Потому что, живя прошлым, мы теряем будущее. То есть вот каждый день мы утром встаем и вспоминаем, как оно было там хорошо 20-30 лет тому назад. Вместо того, чтобы концентрироваться на проблемы сегодняшнего дня, чтобы решать их, потому что сегодня тоже очень много проблем у каждого из нас достаточно, да, которые нужно решать повседневно. А мы нет, вот будем лежать на диване и говорить, вот, вот тогда было так, будем смотреть какие-нибудь старые фильмы, там, общаться с такими же подобными людьми, которые живут в прошлом. И, конечно же, мы тогда никаким образом не можем попасть в будущее, в настоящее. Наш смысл жизни полностью теряется, потому что смысл жизни в том, чтобы быть счастливым сегодня. Да, вот сегодня ты должен быть счастливым, чувствовать себя хорошо, чувствовать, что ты контролируешь свою жизнь, что у тебя по жизни все как бы складывается более-менее, что отношения с людьми хорошие у тебя, с супругом твоим хорошие, с женой, детки у тебя как-то все друг друга понимаете, все друг другу помогаете. И вот это ощущение такого контроля за своей жизнью и за хорошие отношения в отношении других людей, это, конечно, придает такого счастья, радость в жизни. А если человек только постоянно ноет, да, вот прошлое. Ну, с такими людьми даже тяжело как-то общаться. Вот так вот я заметил в своем окружении. Потому что у меня тоже есть разные люди. Есть те, которые живут настоящим, будущим, а есть те, которые застряли в прошлом. И вот такой напоследок еще такая мысль интересная. Если бы, например, гусеница держалась за прошлое, она бы никогда не стала бабочкой. Потому что мы знаем, что бабочка, она прежде всего в коконе была, да, она была гусеницей, а потом уже из гусеницы превратилась... Гусеница путем метаморфоза превращается в бабочку. Вот такое чудесное животное, как бабочка, насекомое, это ведь бывшая гусеница. Многие, может быть, до сих пор даже себе это не представляют, а ведь так оно и есть. То есть сначала гусеница, а потом уже бабочка прекрасная, такая красивая. Поэтому мы в прошлом, многие из нас были этими гусеницами, а на сегодняшний день смотришь, там человек, это женщина или мужчина, стали такими красивыми, как бабочки. Ну, а некоторые остались, к сожалению, и дальше гусеницами. Тебе на выбор, хочешь стать со временем в будущем гусеницей или оставаться гусеницей, или же превратиться в красивую бабочку. Бабочка, да, такой у тебя есть выбор. Хорошо, с вами был, как всегда, Виктор Балец. В следующий раз еще что-нибудь интересное расскажу. Нужно об этом хорошо задуматься. Пожалуйста, не живите в прошлом, иначе вы потеряете будущее и не приобретете настоящее. Пожалуйста, запишись на канал. Всего тебе доброго, будь счастлив, всех благ тебе и твоим родным и близким. Пока-пока.